Всем привет, это Бибой Груви Джон. Я представляю команду Original Breaker Circle, OBC. Сегодня я с вами на проекте Break Advice. На сегодняшнем уроке я покажу вам, как можно изменить базовый голдаун под себя, чтобы он был неожиданный, красивый и более яркий и интересный. Первый голдаун, который я сегодня вам покажу, он основан на базовом голдауне Front Sweep. Моя вариация этого голдауна выглядит так. Давайте разберем эту вариацию. Начало я взял из базового голдауна Front Sweep, когда мы делаем шаг, делаем прыжок. Вот. И вместо того, чтобы ставить ногу на пол и делать хук, я поменял направление, и левой ногой я как бы залазю под правую и меняю полностью направление и ложусь уже на спину. Вот. После чего я прихожу вот в такое положение, с которого вы легко можете зайти либо во фриз, либо в power move, либо в footwork. То есть еще раз, я делаю шаг, делаю прыжок и ногу не ставлю не вперед, а захожу и под себя и ложусь на спину. Бам! После чего перехожу уже во фриз. Таким образом, мы изменили базовую вариацию путем изменения направления ноги. То есть мы идем уже не вперед, а идем совершенно назад. Хотя начало голдауна было такое. Таким образом, движение стало выглядеть интереснее, оно стало свежее и более неожиданным. Следующий голдаун, который мы сегодня разберем, был переделан на основе базового голдауна Corkscrew. Как выглядит базовая вариация? Как выглядит моя вариация? То есть я действовал по тому же принципу, что и голдаун, который был до этого. Я решил изменить направление и сделать тем самым его интереснее. Первое, что мы начинаем делать, мы скрещиваем ноги и начинаем вращение против часовой стрелки на 360 градусов. После чего мы не садимся вниз, как это происходит, когда мы делаем базовую вариацию. А мы делаем разворот ногами и делаем фриз. Тем самым делаем точку, после которой меняем полностью направление и делаем тот же самый голдаун уже в другую сторону. Да. Еще раз. Мы скрещиваем ноги, разворачиваемся, выворачиваем до конца ноги, делаем фриз, после чего меняем направление и делаем corkscrew. Итак, третий голдаун, который сегодня я вам покажу, основан на базовом движении Jump Over. Оно выглядит так. Вот. Моя вариация выглядит так. Давайте ее разберем. Начинаем мы делать все так, как делается в базовой вариации. Я делаю шаг, сажусь ниже, опираюсь на руку и левой ногой перепрыгиваю правую. Бам. После чего правой ногой я будто бы цепляю левую и даю ей толчок. И начинаю скользить скрещенными ногами вниз. После этого я прогибаюсь в спине и ногами тяну себя наверх. Одновременно помогаю себе руками подняться уже на ноги. Бам. Еще раз. Я делаю шаг, захожу вниз. Опираюсь на руку, перепрыгиваю левой ногой правую, бам. Правой ногой цепляю левую и толкаю ее назад по отношению к себе, бам. Прогибаюсь в спине, толкаю себя ногами вверх и помогаю руками, бам. Вот по такому принципу вы можете изменять любые базовые голдауны,
сделать их ярче, интереснее, оригинальными. Пробуйте разные направления, используйте разные вариации, и вы тогда точно наткнетесь на ту вариацию, которую придумали только вы, и она будет представлять ваш стиль и оригинальность. С вами был Groovy John, команда OBC, специально для Break Advice. Танцуйте, развивайтесь, тренируйтесь, и все получится.